Вечный огонь – символ не только скорби, но и нашей памяти о предках, сложивших свои головы в боях за свободу и независимость Родины. 9 мая 1975 года был открыт монумент славы погибшим сельмашевцам. Мемориал расположен на тихой и спокойной улице Шоссейной. Скульптор, бывший руководитель лаборатории промэстетики завода «Гомсельмаш» Юрий Петрович Скоринко. Монумент создавали в память о гомсельмашевцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах и в народном ополчении. Стелла с изображением воина и женщины обрамлена кругом, который символизирует венок славы. Монумент был возведен за счет денежных средств, заработанных гомсельмашевцами на комсомольских субботниках. Более 45 лет работники предприятия возлагают цветы к вечному огню, отдавая дань уважения и памяти своим предшественникам. Это нужно не мертвым, это нужно живым.